Цветков ошибся на входе в зону, потерял шайбу. Контратака Барыса возникает после этой ошибки сразу же. И бросок. Счет становится 3-0. Дмитрий Убер вместе с партнерами наказывает динамовцев за нерасторопность. Протащил на себе двух соперников и выдал передачу. Команды, но так на льду и не был. Так что вот такая удача у него. Команда, бросок 1-0. Сергей Варламов открывает счет. Разорвали просто сейчас оборону братиславцев. Два этих хоккеиста, Дмитрий Кагарлицкий и Сергей Варламов. Но видим, что